Здравствуйте. Вот решил сегодня проехать капканчики проверить. Потому что погодка сегодня подмерзла, дома не сидится. Так что с неохотом подзаправил. Сейчас поеду проверять капканчики. Уж осталось уж несколько деньков тут. Если что-то попадет, капканы сниму. Может еще на куницу. Может не сниму еще. Оставлю дня. Три еще постоят. Четыре. Уж сегодня подмерзло. Вчера я проехал, ездил. То есть неохот. Спасать, как сказать. Снег сырой, очень тяжело с ней охот шел. Сегодня подмерзло, думаю, с ней охот пойдет нормально, бензин уйдет немного. И все нормально. Бензин немного, ничего страшного, съезжу, лучше проверю. То потом капканы снимать, лучше попадет. Нормально. Тогда капканы вести и дичь. Вот сегодня проверю, съезжу. Потому что все равно. Что-то погода, конечно, начала нехорошая. Снег пошел. Сейчас в интернете смотрел, в ближайшие 2 часа снегу не ожидается. Вот, вот да, видно. В ближайшие 2 часа снегу не ожидается. Уже метель начинается, снег. Вот видно, вот туда. Поля. Так вот. Вот так, лыжи все взял. Вот. Лыжку взял в такой случай. Так, вчера я проехал 52 километра по очень тяжелым условиям. Было плюс 2, наверное, где-нибудь, может, даже дождь шел. Но вчера ездил, проехал 62 километра. Снегоход домой приехал, даже на веревке кое-как снег не мог поднять. Подвески на снегу набило килограмм 100 сырого. Сегодня все, я вычистил этот снег, выдолбил. Мерзшая вся подвеска, мерзшая, ну ничего. Так вот. Вот эти выколоти, на лыжах все намерзло, вчера было, все тут проколотил. Сейчас поеду прокачусь, посмотрю, что попало. Покажем, не попало, не покажем. Ну, еще как, вот здесь снежок идет. Ладно, отваливаем, проверять капканчики. Да, дорожку у меня сегодня еще подмыло сильнее. Так-то решается небольшой, но как этот остров-то выдержит, не выдержит. Скупаюсь бы сейчас. Так-то что я тут? Я бы и проскочил, может быть. Как вот этот остров сам не шевелится, твердо накатал. Конечно, решейк небольшой, но туда надо. Больше нигде не переехать. Все отстояло, провалилось. Ручеек. Да, интересный, конечно. Рисковать неохота бы так-то. Да. Так провалится вот этот ручеек. Там глубоко, наверное. И вот тогда, да. Что делать, не знаю. Проехать до речки смысла нет, там никакие тоже переедешь, на водом не буду. Как лыжи вот так. Конечно, можно обрубить тебе другу, потом свалить туда, попробовать, все получится. Если не получится, да, уезжать делаться, так рисковать это не хочется. Ну, в ближайших 2 часа снега не будет. Солнце светит, а тут зима, вроде там небо-то чистое, а снег валит, там вон тучи идут. А я попробую подрубить, палку какую-нибудь бросить, чтобы не провалиться, неохота объезжать. Ну что, полчаса сейчас поковыряюсь, 15 минут, подрублю тут в сторону, снег скидаю и проскочу здесь. Вот я немного завалил снегом, сейчас будем проскакивать. Так и можно проскочить, но... Кто не тонул, тот не знает, как это бывает.
добраться, чем потом тут вылавливать из-под воды оттуда. Пусть я затонул, знаете, такой. Как это? Потом убираться из-под этой. Кто я знает, может, зайдет, да проломится. Вот видите, обломилось уже тут. Могло бы обломиться тут. Вот тут нет, целый проскакивать надо было так. Лучше потрамбовал немного. Сейчас уже на той стороне. Ладно, едем дальше. Иду капканчик смотреть, зачем эта ловушка валяется в стороне. Сейчас посмотрим, что здесь ерунда, зачем она валяется в стороне. Она просто так упала, значит. Ветром таким сдуло. Я ж думал, что-то попало тут. Так, ладно, значит, ничего не попало. Может, лисы кто-то били тут, непонятно, зачем этот валяется. Так вот, ладно. Я ж думал, что-то попало. Там, ловушка сейчас, там еще одна стоит. Сейчас проверю сразу. Смотрим. Слушай, лисами все избегано тут. Там куницы старые следы. Капкан шиблен, валяется, кто-то тут ходил. Почему капкан сработал, вылетел? Мыши, наверное, мыши, может, мяса там нет, фига, может, мыши вышибли. Все вот так вот бывает. Ну что делать, ладно, оставим, пусть постоят, поеду через пару дней, там снимусь капкан. Так вот. Не повезло пока. Вот капканчик у нас стоит на бревне. Кто-то его съел. Попала сойка. Ее кто-то изгрыз. Так, крылышки. Сейчас посмотрю. Наверное, размерзлись. Те перышки-то хорошие. Крылья сейчас обломлю. Эти. Ну, перышки, может, кому пригодятся. Так, вот то крыло все, наверное, не может, нет. Так вот. Вот так бывает. Вон там, по-моему, следы есть, куницы даже сейчас где-то проходила. Так, вот тут набеганы какие-то следочки. Маленькие, ну, непонятно. По нас тут как бы. Какая-то зверюшка бегала. Ладно, что заряди, может, зверюшка как поела, скажет. Катя, что тут, когда придем, поедим? Ладно, ставим еще пару сиденьков. Вот иду проверять капкан, где поставлен на мед. Вот с насоты медово поставили-то, не мог поймать. Вот сейчас я подхожу к этому капкану и смотрим. Вот так вот. Вот на мед куничка попала. Вот тут я. Соты меда ложил, вон там все не расплылись. И вот у меня попала куничка. Вот она. Куничка. Так вот. Кунички у нас работают на все. Лишь бы знать переходы где. Вот какая красавица. Так. Это не зря я, значит, проехал. Приехал сегодня проверять. Что тут. Так что снимаем капканчик, еще оставим. Вот. Вот так вот. И мы работаем потихонечку. Бездельничаем. Ничего нет, то вот придущий. Вот так вот мы и работаем. Вот. Ладно, снимаем капканчик. Вот я прибыл на пасеку. Сейчас, наверное, с крышек придется снег столкнуть, хоть что ли. Там вот снегу посадило нормально, там ульи не видно было. Сейчас уже ульи видно. Вот сколько снегу. Сейчас смотрел, что-то у меня капкан стоит. И этого капкана не видать. Тросик торчит туда. Кто-то сбил его или попал. Сейчас посмотрим. Ага, сбили. Мыши, наверное, все там вычистили.
мыши ползают сегодня, задевают их, не ловит. Поскакивают, все мыши там высистились чисто. Ладно, куниски тут вроде не видать. Капканчик сбили. Так, можем мел туда положить. Ну, не знаю, что-то купиться лишь. Забрать капканы домой. Так вот. Кунички, вот старых следов не видно. Каких. Капкан мыши сбили, значит. Вот так вот. Капкан, иначе делать. Ладно, сейчас поставлю обратно его. Вдруг я похолодало, куницы бегать легко. Стало, вдруг она будет бегать тут. Сейчас меду где найду, я суну сотов. И пусть пока стоит пару дней. Ну, вот какое дело у меня тут. Ну, или похоже, дятел. Слышишь, что там пчелы шевелятся, и похоже, сдолбил. И похоже, на мыши эти, не похоже. Или кто тут грыз, или куница, более маленькие дырки-то. Только не дятел, все издолбил меня весь улей. Мыши бы что-то грызли меня, наверное. Я думаю, что тут пчелы он дохлый валяется. Кто-то тут сквозил весь улей. Дыры сплошные кругом. Вот так вот было. Тут не видно. Здесь, значит, нарушили улей. Тут наверняка никого нет, наверное. Да, интересно. Вот. Потому что вон пчелы вылетали, снег. Желтые, похоже, все эти дырки. Шуме, кто-то мешал ими, и вылетали они. Вон снег, видно, что подтает, это на желтых пятнах. Сейчас до интереса я опрокинула крышку, посмотрю, что там творится внутри. Я думал, что погиб, все, улей. Да нет. Вон через дырку пчелки вылезли. Ползает он, вылезли через дырки. Вот их там вентиляция получилась. Вот, пошурудил. Кое-как с крышки снег убрал. Обратно перевернуть не мог я. Вот сколько снег у нас тут. Вот. Пчелки живые. Хорошая семья, по-моему. Я открыл там вешку, переоткрыл, много их закрыл. Ну, начал с крышки, крышку тут снег убирать так. Расшурудил их немного. Ладно, крышку прикрывал на дом и едем дальше капканчики проверять. Пусть ходить мне по пасеке, еще к снегу, по пояс вязнешь. Пока не буду. Ладно, в следующий раз приеду, то снег когда будет подтаивать, тогда все очищу. Все проверю. Так что живых пчел у меня есть, значит работа будет. Это одно. Вот, уже ну люди показывают, как там чистку пчел делают, уже все кормят. А у нас вон ульи стоят на подставках. Их не видно. Вот сколько снегу на подвалило в этом году. Ну тепло было там быстро тут у меня. Потому что такая влога, такая вентиляция тут. Гвоздняк его быстро это продувает. Все раздует быстро эти поля. То есть ульи здесь снег тут сгонит моментом. Вот. Вон все, убежали пчелки на место, ладно, прикрываю на место его и... Вот я прибыл на плотинку, капкана я не вижу где-то. Так вот, сейчас будем мы искать. Так, цепочка пошла, вот. Так, дальше не вижу, где она, куда дальше. Ага, вон она где. Так, пробуем с этой стороны ее поймать. Глубоко. А поймал. Вот ты. Поймал, но вытащить не могу. Туда под бревно он куда-то затащил капкан. Так, будем сейчас разглядывать что-то.
Гляди, нет, что там. Так. На первый взгляд ничего не видно. Капкан куда-то туда за палку. За корягу у тебя затащены. И крепко затащены туда за корягу. Вот. Так что или там что-то сорвалось, или что-то здесь сидит-то. И надо как-то сейчас будет мне туда выковыривать. Так, ладно, все. Сейчас их пробую вытащить. Как там что получится, сейчас попробую. Тут бодогом, сейчас бодог где-то у меня валялся. Если не иду, то бодогом потучу, посмотрю, что там получится. Вот я влетел там бобрик. Да, средненький бобрик такой. Кое-как вытащил его отсюда. За коряги запутал сейчас немного. Снег в воду встал. И поедем дальше. Вот так вот впитывает он. Снег хорошо впитывает воду. О, практически пол сухой уже. Вот так вот. Такой средненький бобрик, не маленький, не большой. Думаю, строя где-то около грамм 80-100 грамм будет, не больше у них таких бобров. Вот плотина, вот тут бобры наползали. Переход через плотину какой. Вот какой наползали. Тут они здесь излазили. Вот с плотинки ползали туда-обратно. Значит, еще бобров нам придет. Нам еще тут на много-много лет надо ловить этих бобров. Потому что я лет 10 уже ловлю, и как бы меньше я их не ловлю. И все, их там прудят везде, ложки все прудят. Конечно, бобрам у нас пока проблем нет. Было бы только желание. Вот так вот, там он все с грузом один, ведь опять метель начинается. Вот подъехал я еще на одну плотинку. Капкан не вижу. Ладно, брызнул. Капкан не вижу. Водок не очень толстый. Попробуем его пробить. О, тут посадится на байке. Вот так вот. Так, сейчас все плывет. И посмотрим, где там попал или не попал. Так, надо цепочку сюда. Пустите. Да, за цель опять поймал. Ну не дается вытянуть. Да. Ну видно, что-то тут скребся, лазил. Так, может быть так, что измерз. Ну, мерз не должен. Не идет. Не идет. Да, значит, что-то так вот опять запуталось. Да. Ну, опять это поромники. Надо вырубать их. Там лед у меня толстый, нет ли. Вот так вот. О, тут что-то примерзло у меня там. Где-то застряло. Ладно, сейчас будем выковыривать. Вырубать их, как посмотрим. Что-то там врется тут. Хорошие пластинки. А ну, пробуем. Да, кое-как расшатал вроде. Вот так. Так, надо тут чёрт не утопить.
Что я так расшатал? Вот. Думаю, оторву лапы, все ему оторву. Вот здоровенный бобрина попался. Вот. Кое-как я вот туда, он из коряки сидит. Выудил. Что-то дёжно сделал. Поднять не могу. Вот это бобрина. Кое-как вытащил его оттуда. Что он тут сидел, он на корточках ковырялся, там из коряк выводил палки у него. Кое-как вывел из коряк. И вот он мне бобрина вытащился. Ну хорошо. Неплохо, как обычно. Ладно. Откупляю его. А посмотрим дальше. Поможем, все, убираем его. Вот так вот. Разгибать. Ох, крепкий, не надо разгибаться. Тяну очень сильно оттуда. Вот. Я тут там забирал. А тут бобр попался. Все, тащим его к неходу, грузим снег. Вот по снегу поширкаем на сок. Большая влага ушла. Все. Здесь плотина будет уже до будущего года. Плотинка хорошая тут. Бобрики. Ну сколько ты расстреляй тут. Весной ты что-то не знаю. Расстреляй. Ну что там. Там еще ворон какой-то. А, это из речки, тут речка бежит. Из речки там вода бежит. Думаю, что откуда такие воруны оттуда идут. Песение такое. Я себе здорово речка пекла. Там по этой речке тоже бобров до хрена. Ладно. Все, прием надо. Вот, кабанюка домой. Вот работенка сегодня тут у меня есть. Вот какой чернуший бобр с пучерем попался. Вот какой бобрик. Снег хорошо впитывает влагу. Воду он заберет. Еще немного. О, провалился. О, выше колен. Сейчас земли не достал. О, снегу не чиновой подводный. Ладно, что. Складывай туда их. Багажник мало их, надо багажник увеличивать. Ездить так-то нормально, но багажник маловато.
Вот я прикатил домой, доехал. Вот так вот. 79 километров. После 80. Только я отъехал, потом скинул уже. Вот на пробег уже. 30,5. Вот так вот катаюсь тихонечко. Так, мерим. Измерим, сколько бензина осталось. Палка плавает, все хорошо вроде. Так, бензин осталось. 15 литров бензина осталось еще. Так, заправлял литров 30. Вот. Я думаю, литров 15, может побольше ушло сегодня бензина. Вот нормальный ехал кушать. Ну, 30 было можно, не большие, может, да. Кушать не полный. Так что нормально. Вот у меня Дина пришла. Вот мой сегодняшний трофей. Че, Дина, мясо приехало, да? Вот, теперь отдирать надо. Эту отправлю так, отдам. Не буду обдирать. Вот так вот. Вот у нас местность какая. Вот на той стороне пирмы, а тут пирма, Пятикон. Вот она. На той стороне уже начинается, можно сказать, тайга. Там леса, не знаю. Леса идут. Это самые тундры, наверное, идут все там леса уже. А по эту сторону пирмы уже поля. Ну, перелески, поля такие, лага, все изрезано. Вот такая местность у нас. Не усидел дома, решил проверить капканы. И как бы сказать, удачно попала куница, бобрики попали. И так, вот. Покатился, неохота идет все нормально. Сейчас, ну как сказать, бензин вроде спалил не нормально. Немного. Как сказать, не знаю, вот. Примерно не замечал, сколько налил. Ну, думаю, литр 30 было. И 15 еще осталось. Пусть даже побольше 30 было, но все равно нормально. Потому что на 80 километров шло меньше 20 литров. Это нормально. Вот. Так что дичь, какая дичина. Так, уже, теперь поеду проверять. Не проверять капканы, поеду снимать уже. Сейчас пока похолодание передали. Будет. Вот. Так что вот так вот. Немножко выпадает. Сегодня сезон кончается. Так вот. А ничего интересного больше пока нет. Ладно. Спасибо, кто смотрел, кто не подписался. Подписываемся. Пишем комментарии. Ставим лайки. Всем пока. До новых встреч.